Омар Хайям. 10 афоризмов о смерти. После нашей смерти с нами не произойдет ничего страшного. Будет то же самое, что было до нашего рождения. Смерть никому ничего не объясняет и ни перед кем никогда не отчитывается. Только появившись на свет, человек начинает умирать. Каждая минута жизни приближает его к могиле. Смерть лишает человека всех радостей жизни, но вместе с этим избавляет от всех бед, печалей и горестей. Скошенная трава отрастает вновь. Человек, срезанный косой смерти, исчезает из этого мира навсегда. Как надежно не заперта дверь, но смерть сломает любые запоры. Когда человек приходит в этот мир, перед ним лежит 100 дорог. Но когда наступает пора уходить из этого мира, перед ним только одна дорога. Смерть не принимает никаких оправданий. Нет таких причин, которые изменили бы ее намерения. Смерть – самая удачливая охотница. Она никогда не остается без добычи. Чем дальше человек от смерти, тем меньше он ценит жизнь. Чем ближе смерть, тем дороже жизнь. Если вам известны другие афоризмы Омара Хайяма о смерти, напишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч!